Смотрите, нашли серебряную монетку. Друзья, всем привет. Сегодня мы с вами будем копать на неведомых дорожках, искать монеты, не следы, а монеты неизвестных нам людей. И сегодня мы будем копать в лесу. Здесь есть трехверстовая дорога. Она уже как бы, сейчас ее увидите, заросшая такая, ее еле-еле видно. И чем еще интересно, то что здесь есть корчма. И будем надеяться, что что-то здесь интересное еще будет, так как я уже хожу с большой катушкой, а выйдя с сыном сюда покопать, она показала реально себя очень с хорошей стороны. И вот, друзья, это дорога собственной персоны. Она уже, я уверен, намного уже стала, но еще прослеживается. Что-то железное большое, посмотрим. Ёлки-палки, смотрите, что это. Вот видите, что-то от лопаты. Здесь вставлялась древка, а сама лопата, я думаю, что отломана была. Может, что-то потерянное кем-то или не все выкопали. Вот такой вот гвоздик. Я думаю, что это от подков коня. Если не пробка, то похоже, очень похоже на монету. Посмотрим, что нам удастся откопать в этот раз. Смотрите, какая-то штуковинка медная, вот такая вот штука. Что-то тучи надвигаются, я думаю, снегопад на вечер передают, и он так и будет. Вот, друзья, это то, что я вам и говорил. Видите, что это такое? Это старый ключ. Здесь отдыхали работники по-любому, которые строили эту дорогу. Я думаю, что на этом ключе может быть и еще и маркировка. Обязательно заберу с собой. И как мы знаем, в те времена железнодорожники всегда хорошо оплачивались. Я думаю, что эта корчма еще даст о себе знать. Главное найти правильное место. То ли для шурфа, то ли просто для поиска вот такого. Погнали дальше. Вот, друзья, вот такой вот сигнал. Я уже таких сигналов сегодня копнул. В итоге оказывалось, что железо. Посмотрим. Опа. Нет, еще там. Еще разочек. Ковырну. Оп. Смотрите, есть монетосинка. Это у нас что? Да, деньга. Смотрите, какой орел классный. Обалдеть, вообще супер. Просто класс. Вот первая монетка, друзья, на сегодня. Не знаю, или последняя на сегодня, или еще походим. Смотрим.
что нам здесь подарит дед Хабарий. Опа. Опа. Чик. Такой сигнал монетный, что просто загляденье. Опа. О, смотрите, вот сигнал выкопал и кирпич. И видать, мы все же где-то попали на постройку какую-то, видите? Старый кирпич такой широкий, там еще дальше торчит. Фух, посмотрим, что мы выкопали. Вот здесь что-то выкопали. Но что здесь? Фух, уже какой-то колокольчик вижу. Это не монета. Нет. Видите? Имеет отверстие сквозное. Похоже на колокольчик, но если бы здесь было все закрыто, то да. А так не знаю. Может, кто находил, кто знает, что это такое, подскажите. Вот такая вот штуковина. Напишите в комментариях, пожалуйста. Я уже, друзья, пересаживаю каждый сигнальчик. Хоть и знаю, что железо, но... Но копаю, друзья, но копаю, потому что реально снег жестко украл этих несколько сантиметров, которые, ой, как важны во время поиска. Не знаю, это будет, возможно, и фантом на яму, потому что я Deus сильно накрутил. У меня сейчас глубокая стоит программа. Смотрим. Оп. Реально что-то есть. Или это яма. Посмотрим. Опа, что-то есть. Оп, зараза. Вот. Сейчас копнем. Блин, все на максимум накручено, пинпоинтер и прибор, все. Смотрим. Друзья, это монетка. Это, кажись, монетка, ребята. Да, смотрите. Ай, сохранчик, блин, а. Вот это класс. Ух, давненько я таких, друзья, не находил. Это, кажись, 1/4 копеек серебром. Ай, красавица. Очень красивые вот эти монеты, друзья, просто прелесть.
снежок какой пошел. Обалдеть. Вот я рылся, железо. Там монетка была одна. Ну что, друзья, как видите, находок сегодня мало. Почему мало? Сами видите, какая толщина снежного покрова. А я вам предлагаю не переключаться, а посмотреть предысторию этого выхода, когда я вышел с сыном в этом месте покопать. Еще снега не было. Приятного просмотра, друзья. Не забывайте, кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. Сынка взял на коп. А ну, лопату. Лопату забери. Друзья, что-то интересное, а ну копай. Не, дальше отступай. Тимоша, дальше отступай. Давай, выкапывай, аду. Но не косвенно. Давай, работай. А вон керамика уже пошла. Вот, видите, здесь керамика. Ну дай. О! Друзья, что-то есть. Ай, блин, я думал монитос. Вот смотрите. Но сам факт, то, что нашел. Видите? Ух, какой-то кулон, возможно, был. Вот отверстие. Что-то вставлялось. Прикол. Вот вам и Деус с большой катушкой. А ну, катушку в сторону. Друзья, шурфим корчму. Смотри! У сына первая монетка выкопанная. Класс! Смотрите, друзья, монетосина. Обалдеть! Просто слепой шурф. Смотрите, сколько здесь всего накопано. А мы решили здесь возле ямы чей-то копнуть. Первая монета, смотрите, какая залипшая. Просто ужас. Вот сын говорит, что еще что-то есть. Сейчас глянем. Привлекаем сына к общефизическому труду. А, смотрите, сынок реально удачливый. Отошли уже от корчмы, просто ходим, ищем металлолом. Здесь, говорят, вагонетки стояли, очень много железа, рельсы, всякая такая штука. Смотрите, нашли серебряную монетку. 1923 год. Обалдеть! Вот это круто! Молодец! Серебруха, глянь. Первое серебро. Копнем монетосик. Я чувствую, что это монета. Стоп. Ох, друзья, монетос. Смотрите. Это монетка. Это уже третья монета на сегодня. Сынок радует, красавец, просто молодец. Что-то за монета. Фартовый будет копарь. Одна копейка Александровская, 1810-20 года. Друзья, вот только что уже третья монета. Сынок раскапывает дальше яму. Сейчас будем смотреть, там еще какой-то сигнал. Хоть там, друзья, и снова не повезло найти клад, но мы очень классно погуляли вместе с сыном. Ну что, друзья, всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.